Как сложилась судьба легендарного предателя СССР летчика Беленко? О Викторе Беленко еще долго не забудут. Если речь заходит о предателях и дезертирах, то этот человек вспоминается одним из первых. Он был летчиком, летал на секретном самолете, постепенно продвигаясь по службе. Статья с подобной информацией опубликована на Дзен-канале «Наша история». На тот момент никто не знал о планах этого предателя. Он смог бежать из Японии, откуда его сразу забрали США. Беленко слил все секреты своим новым друзьям в Пентагоне. Он сразу прославился, стал богат и даже читал лекции в военном университете. Достаточно быстро нашел себе новую спутницу жизни. Но счастливые дни быстро подошли к концу. СССР совершил молниеносный рывок в технологиях, что обесценило знания этого человека. Первыми о нем позабыли американские журналисты. Затем он стал не нужен в военном университете. Сразу пропали деньги и слава, жена развелась с ним. Иногда он все же выступал в музеях. Сейчас о его судьбе ничего не известно. Некоторые источники утверждают, что Беленко скончался. В 2005 о нем вспоминали, показав несколько фотографий. Некогда перспективный советский летчик пьянствовал и жил на пособие по безработице.